Всем привет! Сегодня у нас обзор пряжи под названием «Бисквит». Это трикотажная пряжа, 100% хлопок, в одном мотке 100 метров и 330 грамм приблизительно. Номер крючка рекомендуется 7-12, номер спиц 10-15. Я вязала из этой пряжи недавно тапочки, сейчас ставлю фотографию. Я их вязала крючком номер 5,5, а не 7. Я пробовала крючком еще номер 9, но мне показалось, что он слишком большой для этих целей, поэтому вот крючком номер 5,5 немножко вытягивая петли. Связала два образца крючком и спицами. Вот это как раз крючок 5,5, здесь 10 петель и образец в ширину получается 11,5 сантиметров. Образец спицами получился по ширине точно такой же. Здесь 12 петель, но кромочной мы не считаем, да, получается вот 10. Вот так выглядит с лицевой стороны и с изнаночной. Очень большим плюсом этой пряжи является то, что ниточка у нее скручена лицевой стороной наружу. Вот, наверное, видно. Потому что я вязала до этого из другой пряжи, и там ниточка была скручена изнаночной стороной наружу. Здесь, наверное, не очень видно. Вот внутри видно, что это лицевая сторона, кулирная гладь, а здесь изнаночная. Конечно, вот этот вариант смотрится более эстетично. И, кстати, у меня вот от этих тапочек, это тапочки были 35 размера, от них остался такой маленький моточек, то есть одного мотка вам хватит только на очень маленький размер тапочек, если вязать двойную подошву. Кстати, по этим тапочкам будет скоро мастер-класс, поэтому подписывайтесь, чтобы не пропустить видео.